Молодежная, Цветочная, Казанская, Пионерская и улица Космонавтов. По этим улицам Альгешева продолжают сети канализации. С рабочим визитом Чебоксарский район посетил заместитель председателя Кабинета министров Чувашской республики, министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Казанская. И вот две протяженные улицы Космонавтов и Пионерская. Вот на этой будет, я так понимаю? На этой? Всего протяженность 6 километров. Проект по строительству сетей канализации сельчане начали готовить еще в 2016 году. Вместе с госэкспертизой он обошелся в 964 тысячи рублей. Половину собрали сами жители, но экспертизу вовремя пройти не удалось, из-за чего все затянулось. Проблемный вопрос на особый контроль взяли в правительстве региона. Глава республики поручил поддержать в первую очередь те объекты, в которых население участвовало в софинансировании. О том, чтобы включить этот проект в республиканскую адресную инвестиционную программу республики, говорили на Совете по инвестиционной политике. На строительство сетей канализации в Альгешево теперь выделят дополнительно почти 34 миллиона рублей. Пятый проектант был, но пятый нам сделал проект. Все мы прошли. И в этом году у нас будет, значит, канализация по всем улицам. Цветочная, Молодежная, Казанская, значит, Пионерская и Космонавтов. Всего на заседании Совета по инвестиционной политике рассмотрели 10 объектов водоснабжения, на строительство которых будут выделены средства с резервного фонда республики в 2021 году в сумме 216,5 миллионов рублей. Наталья Мальчикова, Михаил Солин, Республика.